Известно, что в отсутствии внешних сил центр масс системы тел должен двигаться с постоянной скоростью. Сейчас мы это проверим на воздушной дорожке. У нас имеются две тележки одинаковой массы по 200 грамм в сумме, которые соединены между собой двумя легкими пружинами. Посередине между тележками, в точке соединения пружин, то есть там, где находится центр массы этой системы, установлен указатель с выступами, который прерывает световой поток в датчиках дорожки. Таким образом, при движении тележки мы будем при помощи этих выступов измерять скорость движения центра масс системы тел. И посмотрим, что будет происходить с этой скоростью при движении по горизонтальной дорожке после начального толчка. На экране мы наблюдаем зависимость скорости центра масс системы из двух тележек от времени. Хорошо видно, что скорость центра масс практически не изменяется, сохраняется постоянной, несмотря на то, что сама система двигалась с сильными колебаниями. Теперь мы с вами посмотрим, что произойдет, если массы тележек уже не будут равными, и указатель окажется не в центре масс. Уменьшим массу одной тележки на 100 грамм и добавим эти 100 грамм к массе второй тележки. Для этого перемещаем два грузика по 50 грамм с одной тележки на вторую. Теперь центр масс переместился ближе к более тяжелой тележке, и наш указатель уже не находится в центре масс. Посмотрим, как он будет двигаться после начального толчка. Теперь на экране дисплея мы наблюдаем скорость в зависимости от времени нашего указателя, который уже не находится в центре масс. Мы видим, что значения скорости испытывают сильные колебания относительно среднего, практически постоянного значения. То есть в данном случае указатель, не находящийся в центре масс, уже движется с непостоянной скоростью из-за колебаний системы.